Алексей отправил 100 долларов. Здравствуйте, глубоко уважаемый Евгений. В одной из своих лекций вы отметили, что мозг не наш, а мы его. Да, но ну это не только я, это об этом разные физиологи, нейрофизиологи э, ну, думают, замечают, обсуждают. Фраза очень эффектная сама по себе, да. В связи с этим хотелось бы получить ответ на такой вопрос: mm -hmm. существует ли свобода выбора в человеческом поведении? И если да, то что она такое или в чем проявляется? Спасибо. Да. Вопрос не праздный, очень интересный, но чтобы на него ответить серьезно, ну, ну уже 50 час минут лекции. Действительно, физиологической, эм, отчасти философской. Понять, что такое там договориться о терминах. Что есть человек, что есть мы, что есть сознание, осознание, да? Мысль существует, значит, существует и прочее. Разные переводы и прочее. Это давайте лекция. Но так, если вот, ну, вы меня принуждаете донатом дать э, ответ, то э, ну, вот я пойду по такому пути. Э, э, большинство приматов, они не живут... А неосознанно существуют в рамках их биологического цикла. Значит, родился, пожрал, выпился, выкупился, сдох. Сдох просто сам или сдох, потому что сверху спустили приказ сдохнуть, хозяева этих рабов-приматов это в рамках биологического цикла. И есть, есть люди осознанные, которые культурные читающие думающие осознающие себя свой путь э, и они во многом э, действительно определяют свои поступки контролируют себя и так далее другой вопрос что они конечно заложники того что у них от рождения есть в структурах мозга и каких-то может быть комплексов и болезней иногда и так далее много детерминировано об этом мы сегодня говорили но Осознанность, и выбор пути, и идейность она часто перешибает самые большие и проблемы, и задности и так далее. Хотя она и во многом следствие того, что задано. Вы понимаете, вот это э, интересная диалектика, там обусловленность. Это нужно лекцию читать. Но они гораздо более свободны и самостоятельны. Те, кто осознанны, по сравнению с тем, кто вот, вообще не люди, которые, большинство приматов, действуют в рамках биологического цикла, не в рамках своей индивидуальности и личного пути, личного выбора, а в рамках биологического цикла. Сегодня я об этом писал. Вот, биологический цикл это у родителей несчастного студента, которого там заставляли э, ходить на массовые штучки и носить конфетки на свой день рождения и так далее, и так далее. Они значит, родились, посмотрели зомбоящик, дохли в пьянстве или без пьянства. Вот. А есть те, кто вышивают узор на ковре биографии, как Версинский, Стан Николаевич, и так далее. Вот два пути. Два пути. Пожалуйста. Ну да. Дальше.